Добрый день! Сегодня мы собираем подосиновики красные. И вот интересная особенность. Только соберешься домой. Да. Вдруг натыкаешься на большую семью. Это старенький. Так. Вот. И тут вот сейчас встретили такую интересную. Такое семейство подосиновиков. Ага. Все уже, вот, все, уже домой, все. Мы тут сколько? Да. Уже около часа Ой, ходим. Смотреть не буду. Старенький. Старенький, да. О. Группа из трех. Причем, что интересно, эта особенность проявляется всегда. Чем больше ты найдешь грибов, вот тяжелее идти возвращаться, тем интереснее будут подарки. Мы их называем подарками лешего. Как бы такие призовые. Ну что там? Не, оставь вон. Думаю. Да. Ну ладно, так. Вон я в прошлый раз вот повесил его на. Да. Во. Вот это хороший. Опа, осторожно. Так вот еще. А, вот тут. Угу. Ой, хороший. Да. Вот сегодня 1 октября. Да. Угу. Вот. 1 октября лес такой вон. Уже подгрызли. Облетевший. Очень тяжело искать, тем более вот эти вот красные, они так. Ну, глаза все пестрит, вообще ничего не видно. Да. Угу. Но тем не менее, вот видишь как. Вот малышок стоит. Где? Вот. Вот перед тобой. Ой, какой хорошенький. Угу. И судя по размеру подосиновиков, угу. Они так. Рост пошли. Да. Так. Вот. Ой, семеечка. Какая семейка. Вот. Ну, в общем, здесь я сейчас насчитал около 30 штук, все снимать не будем. Угу. Ну вот, просто показать, насколько. Красивая семейка. Да. Да. Насколько красиво это все. И встречать. Да. Вот истинно красные. Истинно красные, настоящие. О, замечательно. Красная нога. Ага. Ну, кстати, шляпка-то буроватая. Да. Вот. Сейчас еще быстренько пробегусь. Вот еще так. Стоит. О, красавец. Ага. И вот стоят. Какие. Да, 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 да. Тут, я говорю, такое место, что. Ага. Да, вот. Вот у лешего такие призы хорошим грибникам. Ну, мы так это себя тешим. Ага. Такой мысли, что мы хорошие. И нас, ну, нас леший да. Любит. Видай, конечно. Вот. И вон еще масенький вот стоит. Видишь, челышок? Вот рядышком нет. Не левее, видно, левее, 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 левее. Руку. Оп. Стоп. Так прям вот. Да не вижу я. Вот он. Ах это. Малюсенький. Угу. Только показался. Угу. Да уже съели. А уже съели. Ножку. Угу. Ну так всем кушать хочется. Вот они красненькие. Интересно, что нынче грибы жмутся к воде. Да, хотя дождливый год да. Вообще с ума сойти. Ну странно, что и они вот растут около воды, что под березовики, что под осиновики. Угу. Мы сейчас на берегу залива. Да. Вот сюда вкладываю. Угу. Вот лес. Лес вот такой. Березы, осины. Вон, вон елочки. А там уже залив начинается. Да, вот там, где ясное, там уже залив. Ну, в общем, вот такой вот красивый лесочек и такой красивый подарок напоследок. Мы сейчас собираемся поехать за белыми. А сюда заехали как бы на разведку. Растут, не растут. Потому что народ ходит ну, тоже. Ну так, попадались. Угу. И тут вдруг. Вот, спасибо. Такую семью. Ну все, спасибо.
Сегодня 1 октября 2015 года.